Командир, у них здесь пленный. Выходи. Иларион. Альяр, ты! Разверни руки. Ну, здорово, старина. Иларион, слушай, откуда ты взялся, бродяга? Ориентировка была. Машина с боевиками к границе идет. Понимаешь, меня эти гады увезти хотели. На моей машине. Меня хотели. Слушай, я думал, ты далеко. Ну, ты же знаешь, я везде. Ты не ранен, нет? Иларион! Где ты? Ух ты, чертяка! Там девчонка еще в машине. Ух ты! Привет, девчонка. Это дочь моя, Джулия. Да ты что? Ну, скажи дяде спасибо. Спасибо. Ты что, не помнишь меня? Нет. Помню. Ну вот. Обними меня. Я все-таки твой отец. Ну? Девочка моя. Только запомни, сейчас я Салман Аль-Магди, гражданин Ирана, а не папа, хорошо? Договорились? Мне называть тебя господин Аль-Магди? Называйте папой, не ошибетесь. Кстати, знакомьтесь. Это Родион Иванович, наш опекун. Ангел-хранитель, это мои люди вас сюда доставили. Между прочим, в былые времена Родион Иванович был бы... кавалергард. А сейчас кто? Не знаю. Темная личность. Непонятно кто. Вот такие у меня теперь друзья. Вам в отеле заказан номер на двоих. С тобой и с ней будут всегда мои люди. Я понял. И еще, из номера ей показываться нельзя. Малейшая твоя оплошность и... Я и это понял. Бежать не собираюсь. Ну вот и хорошо. Папа, мы едем! Поезжайте! Мы вас догоним.
О. Иларион, привет. Здорово. Извини, что без звонка. Ничего, проходи. Все-таки собрался? Да, все, работу закончил, все. Могу ехать, все. К ней. Ну зачем спрашивать? Ты и так ведь знаешь, ну? Ну что ты кипятишься? Ты правильно решил. Надо ехать. Ну а кто сомневается-то? Никто и не сомневается. Мужик должен решать. Взял и поехал. Что ты 100 раз повторяешь? Ну ведь еду же, ну. Сегодня. Сегодня. И не надо меня ни поощрять, ни уговаривать. Вот так вот. Да кто тебя поощряет-то? Вот и не надо. Да ради бога. Вот так вот. Так, спокойно. Так, это здесь. Так. Все, так. Слушай. Что? А это не глупо, а? Что? Ну что, я без приглашения явлюсь и здрасте, Маргарит, как дурак, а меня никто не ждал, а? Она тебе сколько раз звонила? 2 раза. Первый раз она звонила, что нормально добралась, а второй раз поздравляла с этим, с 23 апреля. А что это, 23 апреля? Это день книги. То есть она тебя поздравила с днем книги? Чего ты ржешь-то? По-моему, логично. Иларион, ты умный мужик. Ты в женщинах хоть чуть-чуть разбираешься? Нет, ну я ж тебя всегда спрашиваю. Женщина поздравляет тебя с днем книги. А на самом деле это означает что? Что? Люблю, блин. Жду, приезжай. Да? Я тебе говорю. Угу. Слушай, она еще фотографию прислала. Ну, какую? На-ка, посмотри. Вот. Ой, 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 ой. Дорогой Иларион Константинович, спасибо за все. Маргарита и Даша. И ты еще здесь? Все, все. Я еду, все. И ничто меня не остановит. Давай, давай, давай. Счастливо. И привет ей от меня обязательно. Слушай. Что? У нее там на фотографии лицо такое самодостаточно, у нее, в общем, все в порядке. А тебе надо, чтобы она изможденная была на последнем вздохе. Я понимаю, девушку было любить легче, когда она в беде. Все, все, еду. Спасибо тебе за то, что ты, короче, ты настоящий. Давай, друг. Давай. Все. Я тоже пошел. На летучку опаздываю. Ты поездом едешь? Да, да, поездом, ага. Машина-то в ремонте. Ну и правильно сделал. Угу. Слушай, хорошо ты напомнил мне про этот Range Rover свой. Я че пришел? Слышал? Кто в Москве объявился? Кто? Узнаешь? Алияр? А что он здесь делает? Да вот и я думаю, что он здесь делает. Как они узнали? Понятия не имею. Стало быть, все отменяется. Нет, тебе нужно срочно переехать из отеля, а встречу с Забродовым отменять не будем. По непроверенным пока данным, в Москве объявился полковник Рахимов, год назад бежавший из тюрьмы в Таджикистане. Московский... Я хочу знать, почему меня не выпускают. Сейчас мы переедем на новую квартиру. Зачем? Вашего отца могут арестовать. Не волнуйтесь, без него мы не уедем. Я в туалет пошла. Да. Добрый. Нет, я вас не знаю. Дело в том, что я сегодня уезжаю. Так вот, прямо сейчас. Кто? Кто, простите? Чей муж? Хорошо, я сейчас буду. Спасибо. Ваш заказ. Спасибо.
Завод практически закрылся. А тут такая возможность поработать в Штатах. Я, конечно, звал ее с собой, но она отказалась. Понятно, здесь мама, сестра. Там тоже не сразу все сложилось. 2 года помыкался, работал уборщиком, хот-доги продавал. Ну, теперь я вижу, все в порядке. Да, есть гражданство, дом в Бостоне. Работаю по специальности химик-технолог. Это все не важно. Главное, что я теперь могу и ей, и ребенку обеспечить нормальную жизнь. Ну и прекрасно. От меня что вам нужно? Поймите меня. Я знаю, вы человек достойный. Бывший офицер. Я офицер в отставке. Простите, иначе я к вам бы не обратился. Я очень хочу увезти ее с собой. Я знаю, она сейчас на меня в обиде. Питает некую иллюзию, что у вас это серьезно. Возможно, и так. И вы в этом не уверены. Я не гадаю, я знаю. Я знаю, что мы должны быть вместе. Все-таки 8 лет прожили. Ну и что? Мне кажется, что она использует вас. Ну, чтобы сделать меня больнее. Знаете, некая женская месть. Я сегодня улетаю обратно в Бостон. Я, конечно, вернусь. Мы должны быть вместе, понимаете? Должны. Я не понимаю, от меня что вы хотите? Подождите. Не форсируйте события. Не подталкивайте ее. Подождать? Ну, когда все разрешится само собой. По-моему, это честно. И еще. Спасибо, что вы выслушали меня. Спасибо. Мне пора. Скоро самолет. Я знаю, что вы тоже собираетесь уезжать. Еще раз спасибо. До свидания. Я уже, вероятно, опоздал. Срочно собирайтесь, я вас здесь жду. Конечно. Я из 509-го. Будьте любезны, отправьте, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Паркинсон, распустился Менго. Я прошу вас покинуть помещение. Нам нужно собраться. Что происходит? Ты мне веришь? Зачем нарываться на неприятности? Попробуем убежать. Как тогда? Почти. Только другим способом. Откуда это? Господь милостив. Держи. Голову лицом к стене! Ваши документы. Какой муж? Оперативная проверка. В чем дело? Есть свидетельство.
Разрешение на оружие. Пожалуйста. Липа. Кто там? Обслуживание номеров. Подождите минутку. За ними! Черт, зачем он стрелял? Я не знаю, он сказал, это не милиция. А кто? Папа. Папочка, ну что? Прости. Папа. Ищи бродягу. Что? Что он сказал? Я не понял, что он сказал? Папочка. Полковник Рахимов обвиняется в измене родине, участии в попытке военного переворота, а также контрабанде наркотиков. Безусловно, власти Таджикистана будут добиваться от России выдачи мятежного полковника. Вероятно, попытка ареста Рахимова была предпринята сегодня в гостинице «Восток». Однако, по словам генерального прокурора России, местонахождение Рахимова пока неизвестно. Девочка, я понимаю, что сейчас не время, но я должен объяснить тебе, зачем твой отец сюда приезжал. Забрать меня? Да не совсем. Пойми, очень крутые люди попросили меня помочь твоему отцу отдать долг. И они не будут разбираться, понимаешь, почему мы этого не сделали. Там есть и твоя доля. Я знаю. Да ты только... Ты представь себе 40 штук баксов. А папа говорил, что там 100 000. Ну, я рад, что он держал тебя в курсе. Вы думаете... Да естественно, потому что он не сказал, где их достать. Что достать? Да деньги, деньги, девочка, там и твои деньги. Почему вы на меня так кричите? Я не знаю, где эти деньги. Хорошо. Зачем он говорил про бродягу? Когда говорил? Сегодня, в машине. Я не знаю. Но, может быть, песня есть такая?
Ну, я не помню. Ладно. Отец просил меня разыскать в Москве вот этого человека. Ты его знаешь? Ларик, друг мой, что рекламируют? Чё ты орёшь-то? Спят все. Извини, пожалуйста. А? Что рекламируют? Средства от импотенции. То-то, я думаю, чё ты не уехал? Пошутил, да? Ларик, ну что ты, друг мой, ну что ты, Ларик? Они же 8 лет женаты. Он ее любит. Надо же дать им возможность как-то разобраться без посторонних. Как ты, Анатолий, не понимаешь? Давай. Будем. Ларёсик, ты же ведь мужик. 100 раз под смертью ходил. Как штатский себя ведешь, ей-богу. Вот не понимаешь ты. Не чувствуешь. Давай второй. Ларик, именно сейчас надо ехать. Да что ты меня все женить-то собираешься? Как прям сватья баба Бавариха, ей-богу. Нет, конечно, если ты равнодушен к этой женщине. Я поеду. Позже. Если она не уедет с этим, со своим. Да он потому и приперся к ней, что она тобой бредит. Понимаешь? Да ладно. Я тебе говорю. Слушай, а я там не нарушу? Ларик, я тебе гарантирую, не нарушишь. Все. Завтра еду. Или послезавтра. Я же это... Ты к ней неравнодушен. Вот. Угу. Ларик, и ничто тебя не остановит, да? Нет. Давай. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, пройдут снега, но ты мне улица родная, и вне погоду дорога. Братка, шлепни.
Ларион. Негорин, пограничник. Да, здорово, командир, здорово. 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 Сколько лет не виделись-то уж? Лет 7, наверное. 6. Ты извини, Николай. У меня буквально 20 минут, я уезжаю сейчас. Ну, хорошо, я в другой раз иду. Ну, что ж. Да ладно, я же вижу, у тебя проблемы. Да ладно, ерунда, проблема. Пойдем, ерунда. Пойдем, пойдем. Пойдем, да как-то. Пока может, есть время. В другой раз, а? Давай-ка. О, не-не-не-не-не, не надо. Чего? Спасибо, конечно. Я же 5 лет как беспробудно. Работа есть? Была. То есть есть. Я ведь и фуру водил, и челноком помотался, знаешь. Потом вот все хуже и хуже. А что хуже? Меня ж контузило. Как раз через год, как ты уехал. Дорвази, представляешь? УАЗик наш на мину подорвался. Тогда чуть богу душу-то и не отдал. Спина? Позвоночник. Сейчас вот обследование прошел. Завтра должны сказать, нужна операция или не нужна. Ну? Что светит? Паралич. Старший мой, помнишь? Школу еще не закончил. А младшенькой так сама все по санаториям. Астма. У меня вот такая семья, командир. Держись, капитан, держись. А что нужно? Врачи, да? Деньги? Деньги. Не то слово, деньги. Но все-таки сколько? 25 штук. Долларов. Не кисни, капитан, не кисни! Ты жив. На пулеметах ходил, да? Да. Сейчас вот видишь, вообще могу перестать ходить. Да ладно! Деньги, конечно, немалые. Да. А ты не пробовал обращаться? Куда? Фонды, что ли? Ходил я по этим фондам. Там, командир, все для своих. Нет, конечно, на работу они могут устроить, а денег у них не выпросишь. Да и таких, как я, тысячи. Ты же понимаешь, командир. Ладно, Ларион, прости. Ты же не Ротшильд, в конце концов. Хотя бы ты живешь получше. Я тебе не сват, не брат. Постой. Когда ты говоришь? Врачи ответ дадут. Говорят, завтра вроде. Па. Джули, Джулия, Джули. Да-да. А вот и завтрак. Большое спасибо. Пожалуйста. Ты куда это разбежалась? Отпустите меня! Да заткнись, дура! Как она смогла убежать, придурки? Да вот идиоты! Я и завтрак, она кофе на меня... Вот мне, мол, Андреич... Ты что творишь? А что вы меня держите, как заложницу? Еще раз, дура! Ты куда рвешься? Где отец? Я тебе же все объяснил. Труп отправили в Душанбе. Родственники встретили. Завтра напишут в газету. Я имею право похоронить отца! И вы мне обещали, что вы меня отправите сегодня с ним! Я, видимо, тебе не объяснил. Ты на родине появиться не можешь. Ты даже отсюда на шаг не можешь ступить. Почему? Потому что, милая моя, твой отец оказался прав. И это были действительно не менты. Как не менты? А кто? Какие-то люди, которые хотели вас схватить. И ты знаешь за что. Они тоже ищут эти деньги? Ну, милая, наконец-то ты стала умней. Молодец!
Но я не знаю, где эти деньги. Они не знают, что ты не знаешь, где эти деньги. И что делать? Ты вспомнила этого человека? Он с твоим отцом в Киеве учился. 8 лет назад служил в Таджикистане. Как раз в то время, когда твоего отца арестовали. Не помню. Ну, ладно. А про бродягу что-нибудь вспомнила? Про какого бродягу? Ну, помнишь, Альер еще в машине плел. А, ищи бродягу? Я же вспомнила. Так что это, что? Ищи бродягу, как ветра в поле. Ищи бродягу. Нет, нет, нет. Ищи бродягу по белу свету. Ему, бродяги, покоя нету. Ему досталась такая доля. Ищи бродягу, как ветра в поле. Песня такая. Ты... Чего это такое-то ты мне? Да песня, песня. Папа когда-то пел. Да ты послушай, послушай, ну! Ларик, я тебя уважать перестану. Человеку деньги нужны на операцию. Знаешь, есть еще голод в Африке, ураган на Тихом океане. Я тебе серьезно говорю, капитан Негорин, пограничник, может, помнишь? Не помню. Я уезжаю в командировку на месяц. А, черт, я уезжаю. Не верю. Да точно тебе говорю, сейчас сажусь в машину и уезжаю. Посмотрим, посмотрим, как ты уедешь. А что посмотрим? Посмотрим. Посмотрим. Вот сейчас сажусь и уезжаю. Виноват, ну, виноват. Готов ко всяческой компенсации. Да ладно, прошу ладно. Прощения. Ладно, я тебя тоже на том перекрестке подрезал. А я дорогу не уступал. Безумие какое-то. Весь день сегодня успеваю просто. Я-то уж точно опоздал. В каком смысле? Черт, наверное, не судьба. В таком смысле, что третий день пытаюсь уехать. Ладно, неважно. Засада. Знаете, у меня тут автосервис недалеко, свои мастера. Твой броневик загоним. На ходу будет завтра. Да у меня свой мастер. Не доверяете? Ну, хотите, ментов дождемся. Я признаю вину. Ладно. Давай разъезжаться. Ну, как скажешь. А зря так редко приезжаешь. Я бы еще диагностику сделал. Да времени все как-то не хватает. Давно она у тебя? Это не она. Это он. 7 лет я на нем. Продать не хочешь? Да нет. Привык как-то. Привык. А то у меня вон один покупатель все приценивается. Здорово, полковник. Здорово, бандит. Че ты быкуешь? Я к тебе с нормальным лицом подошел. А чего, уже не бандит? Ну ладно, все, проехали. Машину продай мне свою, Ровер. А зачем тебе такое старье? Старье? Да на новую, понимаешь, денег не хватает. Извини, не могу. А я тебе с переплатой. 20 штук отстегну. Так ведь это ж не железяка. Это ж память моя. Боевая, понимаешь? Память? Ну? Память — это святое. Как там? Пик-то ваш? Пика? Да. Да пика в психушке подлечивается. Ага. Но, честно говоря, ему давно уже пора. Это точно. Но это между нами. Точно. Ну, а насчет ровера-то? Может, надумаешь? Я конкретно 20 листов отслюнявлю налегке. Да нет, я сегодня уезжаю на неделю. Жаль, жаль. Телефончик-то возьми, может, передумать? Да вряд ли, ну давай. Ну, покеда, полковник. Будь здоров, бандит.
Где же он, черт подери, а? А, вот она. Да, да что ж сегодня такое с утра, а? Ой. Фух, точно бабка покойница говорила, кто-то тело Рен сегодня сглазил. Ой. Ой. Так. Нет. Нет, надо ехать. Надо ехать. Алло, девушка, ха. А говорят, что счастья в жизни нет. С первого раза дозвонился, да. Скажите, когда сегодня первый поезд на... Нет, ну это фантастика. Ну что ты, а? Извини. Мама Мия, ну и книжек у вас. Я из общественного фонда ветеранов локальных войн и конфликтов «Горячая точка ВДВ» капитан Марченко. По прозвищу Марчелло. Миллиард лет до конца света. Простите, что? Стругацких не читали, нет? Кого? Понимаете, там один человек работает над открытием, а его постоянно отвлекают. Девушки, друзья, дребедень всякая. Работайте над открытием. Да нет, я уехать хочу все время. Ну, я вас не задержу. Да? Я ненадолго. Ну, проходите тогда. Спасибо. Прошу. Ногу-то где вам зацепило, а? Весь мир горячая точка. Ну, присаживайтесь. Спасибо. Я на минутку. Наш фонд оказывает поддержку ветеранам локальных войн... И конфликтов. Да. И что, действительно помогаете? Да, помогаем. Да? Редкий случай, что вот так вот ходите и помогаете. В смысле, хромаете. Нет. Хромаем не ко всем, а только к людям с выдающимся послужным списком. А откуда вы меня знаете? Личное дело из военкомата недавно рассекретили. Но мне-то помогать не надо, лишь бы не мешали. Вы будете смеяться, но это мы к вам за помощью. Вот как? Так, имеем честь пригласить. Что это? Руководство официально приглашает вас на встречу. Хотим предложить принять участие в работе фонда. Монастырский? Президент фонда. Да, но я не знаю его. Зачем я вам понадобился? Поговорите лично, может быть, вас это заинтересует. Да вряд ли. У нас самые широкие возможности, отказаться вы всегда успеете. Ну ладно, мне пора. Извините за вторжение. Как говорят оккупанты. Марчелло! Извините. Ничего-ничего, меня все так называют. Слушай, а если... ветерану заслуженному на операцию деньги большие нужны, как думаешь, имеет смысл? Мама Мия, поговорите, почему бы не попробовать? Спасибо. Французская Савини. Коран позволяет? Мне позволяет, но я не хочу. Ну, дело в том, что я хотел тебя как-то отвлечь. Большое спасибо. Вышли за три шага. Но лучше не рисковать. Я по людям соскучилась. Вот те люди. Угу. Те же морды вокруг. Что, я не вижу, что ли? Деточка, тебя охраняют. И долго это будет продолжаться? Что? Ну, надо что-то делать или отпустить меня домой. Сообразим кое-что и будем делать. Когда? А, вот прямо сейчас. Добрый день. Родион Иванович? Очень приятно. Присаживайтесь. Спасибо. Что-то выпить? Что-нибудь желаете? Нет, нет, спасибо. Большое спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение. А, извините, знакомьтесь, это Джулия. Очень приятно, Иларион. Вы уже в курсе нашего предложения? Нет, не совсем.
Но мы существуем недолго, и у меня в офисе просто нет ни одного офицера. Это, знаете, как-то непредставительно, что ли. А тот, который ко мне приходил? Кто? Ну, капитан, который все время говорил «мама мия». Марчелло? Какой он капитан? Прапорщик. Ну, хотя боевой. А почему вы обратились именно ко мне? Ну, мне вас рекомендовали. Интересно, кто? Полковник Алияр Рахимов. Бог ты мой, а я-то думаю, где я видел эти глаза? Девочка, скажи дяде спасибо, помнишь? Помню. Так вы знакомы? Да, у меня тогда была командировка в горы. И вдруг поступила вводная. Душманы на машине идут к границе. Но мы были рядом и перехватили. Оказывается, они везли вот эту красоту и ее отца. Да, а потом отца арестовали за связь с наркомафией. Ну, это уже без меня, я тогда уехал. Я всегда, кстати, считал, что его оклеветали. Поэтому он сбежал. Я им горжусь. Не каждый отец на это способен. А где он, кстати? А он сейчас в отъезде. Понятно. Я, к сожалению, тоже должен уехать. Ненадолго, правда, на неделю. Ну, вот я вам и позвоню. Договорились. Но у меня к вам довольно серьезный вопрос. Это я помню. Это по поводу дорогостоящей операции. Да, сумма довольно приличная. 25 тысяч долларов. А офицер тоже служил в Таджикистане. Да, сумма не маленькая. Ну, пусть соберет все документы и приходит. Спасибо. Спасибо, не ожидал. Ну что, до встречи. Надеюсь на сотрудничество. Ты в Москве? Да. Ну, стало быть, увидимся. Обязательно. Счастливого пути. Илларион Константинович, а вы на машине? Да, все на той же. Покажете? Мимо проеду. Счастливо. Так вы, оказывается, друзья. Я его не узнала по фотографии. Зато он тебя отлично узнал, но это не имеет значения. Он знает, где деньги. Вы лучше сначала скажите, кто этот хромой, который все время «мама мия» говорит. Марчелло? Ты его не знаешь, это не имеет значения. Знаю. Отец его ранил в ногу. Спокойно, спокойно. Это была случайность. Никто никого не хотел убивать. Чтобы случайность не повторилась, мы сейчас тихо, мирно едем в мой офис. Если дернешься, я тебя убью. Джулия! Стоять! Стоять! Поехали, быстро! Машину! Что тебе сделали эти ветераны? Да это бандиты самые настоящие. Они отца убили. У тебя есть оружие? В общем-то, нет. Из машины. Вылезай, руки на капот. Медленно. Не рвайся, сучка. Оружие есть? Так это, волына за поясом. Дернешься, красоту потеряешь. Лежать, ребята, лежать. Так что вы там с красотой хотели сделать? Так, ну и куда ты меня втянула?
Я должен был уехать из Москвы через час. Далеко. Так ты и едешь. Где так драться научилась? Папа учил. Не зря же учил, правда? Кончай смеяться, может, все-таки скажешь, что случилось? Ищи бродягу по белу свету, ему бродяги покоя нету, ему досталась такая доля. Ищи бродягу, как ветра в поле. Что за песня-то? Не знаю, сама сочинила. Да? Убегает река, берега лихолетье, и в воде небеса, переплавленные в сталь, убегает туда, где прощается ветер, и светит луна, луна как медаль. Я отдал эту жизнь, всю за строчку в газете, мол, геройски прожил, не жалел свою кровь, а я лишь ушел, ушел на рассвете туда, где встречает любовь. Растопчут рассвет, он останется тлеть. Какая досада, душевные боли. Мне надо туда, но боюсь не